Чистые и ухоженные улицы Бреста, красивая набережная, просторные скверы и парки стали привычной частью жизни брещан. И прежде всего это заслуга работников всех подразделений жилищно-коммунального хозяйства. Ведь именно они в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наводят в Бресте красоту и лоск. Хотя в такой работе есть свои сложности и нюансы. Нюансы они всегда могут быть, но они незначительные. Работники, в принципе, справляются. Надо здесь относиться к тому, что люди и устают у нас. Рабочий день 5-6 дней в неделю, с 8 утра до 5-7 вечера. Сложно, сложно, но мы справляемся. Все то, что делается в плане благоустройства в городе над Бугом, да и в любом городе, делается для того, чтобы людям жилось уютно и комфортно. Даже покос травы, на первый взгляд, вроде бы простое, но очень нужное и важное дело. Это входит в расширенное понятие благоустройства территории. Покос травы является неотъемлемой частью благоустройства нашего города, как и посадка и устройство газонов, и посадка газона цветами. Покос травы производится непосредственно каждый день, даже в выходные дни по необходимости, с 9 утра, подчеркиваю, как люди некоторые жалуются, что проводится с 7 утра, в 6 люди уже начинают жевать трамирами, он проводится с 9 утра и до 7 вечера. По необходимости покос травы производится в тех районах в зависимости от вегетации травы и ее роста. В некоторых районах трава может коситься 2-3 раза в месяц, в некоторых районах один. Сами понимаете, все зависит от района, от нахождения в нем людей. Те же дворовые территории косятся примерно один раз в месяц. Некоторые чаще. С мая по сентябрь – вот тот самый период, когда работа по покосу травы в городе кипит. Ее интенсивному росту способствуют погодные условия. В данном году с января месяца коммунальнику были переданы еще и в городских территориях дворы, поэтому объем существенно увеличился. На балансе находится вся городская территория, все газоны, все зеленые насаждения, за исключением ЖСПК. Объем работ, порядок, покоса, очередность формируется у нас еженедельно по улицам. Стараемся центральные улицы, это Машерова, Московская, Варшавское шоссе, центр города, выкашивать где-то с частотой раз в две недели. По остальным второстепенным улицам и дворам хотим хотя бы прийти раз в месяц. Это было бы просто отлично, если бы мы придерживались этого графика. Но есть свои коррективы. Объемов много, но вот сейчас вот нормальные трактора, где-то маленькие рейдеры пошли нам в помощь. Как бы вроде как успеваем сопоставить, я не знаю, с другими городами. Вот я и в Минске недавно, в Березе там был, как бы, ну, у нас очень красиво. Силами городских служб благоустройство будет продолжаться и дальше. Это и уборка городских улиц, покос травы, высадка цветов, клумбы и прочие виды работ. А все для того, чтобы делать наш город Брест зеленее и уютнее.